Знаешь, Андрей, мне даже самой как-то странно. Как это я тебя раньше в школе не замечала? Я тебя тоже в школе не помню. Я на малолеток внимания не обращал. Да и я на старшеклассников не заглядывалась. А на кого заглядывалась? Ни на кого. Я не очень школу любила. Мне всегда хотелось бежать в лес. С первого класса дикарка дразнили. А в лесотехнический техникум пошла, потому что там все дикарки и дикари. Нет, не поэтому. Я хочу всю жизнь в лесу проработать, как дедушка. Вон, смотри, белка. Заметил, что она следит за нами? Куда мы, туда и она. Нет, не заметил. Знает, что у меня решки с собой. А вон там ее дупло. Когда я была маленькая, верила, что этот дуб волшебный. Дедушка говорил, что ему уже 100 лет. Я приходила сюда и просила его наколдовать, чтобы мой дедушка тоже прожил 100 лет. Я очень боялась, что и он умрет, как мама и папа. Сколько тебе было, когда они погибли? 6 лет. А сейчас я боюсь потерять тебя. Куда я денусь? Мало ли. Разлюбишь, уедешь. Никуда я не уеду. И не разлюблю. Что бы ни случилось? Что бы ни случилось. Темнеет. Мне пора домой. Дедушка ждет. Завтра увидимся? Конечно. Прощай. Никогда не говори мне прощай. До завтра. Ну что, опять с Андреем своим гуляла? Да, с Андреем. Не пара он тебе, Таня, не пара. Почему? А ты семью-то его знаешь? Чем они занимаются? Браконьерничают. И управы на них нет. А потому что у Андрея отец кто? Председатель сельсовета. О! Мало ли, что там отец. Андрей не такой. Не такой. Андрей где работает-то? На лесопилке. А туда сколько деревьев свозит из заповедника? Ого, сколько свозит. О, а это незаконная вырубка. Андрей все это знает, однако с лесопилки-то не уходит. Вот так. Ну ладно, ужинать-то будешь? Не хочу. Пойду прилягу, устала очень. Ну отдохни, отдохни, а то завтра рано на обход вставать. Я знаю. Давай. Как раз к ужину. Садись к столу. Ну? И куда ты сегодня опять бегал? В лес к дикарке? К Тане. Я не понимаю, что у нас? Девок в деревне, что ли, нет? Да ты только свистни, тебя любая на сеновал сама подача. Не надо мне других. Я ее люблю. Да глупости все это! Ты на ноги сначала крепко встань.
А кого любить, я тебе сам потом скажу, когда время придет. Нет уж, это я сам решу. Сынок, слушай отца. Он тебе добра желает. Ну и чем тебе Таня не угодила, отец? Таня нашего на поле ягода. Сирота казанская. Но она же не виновата, что у нее родители погибли. Это с каждым может случиться. А дед, ее пень с бугра, как собака на сене, ну? Ну, сам нищебродствует и другим подработать не дает. Не, ну, лес же большой, ну. Ну, и от пары-тройки там срубленных деревьев или убитых кабанов. Ну, не убудешь же, ну. Так нет же, над каждым воробьем трясется. И Танька твоя такая за дуром малохольная. Не надо так про нее говорить. А ты на отца голос не повышай! Андрюша, разные у нас семьи, не сойдемся мы. И вы с Таней ссориться начнете, да разбежитесь скоро. Зачем и начинать? Жениться надо наровне. Жена мужа слушаться должна, тогда и семья крепкая. А Таня с тобой воевать будет. Она в одну сторону, ты в другую. Да что ты, мать его, уговариваешь? Ну, не хочет человек понимать, ну, не надо. В общем, будет так, как я решу. Понятно? Ах, внучка, скоро на пенсию дня. Да перестань. Будешь одна по лесу ходить, без меня, пенсионера. А может, помощник какого пришлют, молодого. Угу. Знать бы кого. Да. Здравствуйте. Я ищу здешнего лесника, Петра Федоровича. Это случайно не вы? Я. Здравствуйте, Петр Федорович. Угу. Меня зовут Дмитрий Смирнов. Так. Я студент биологического факультета. Пишу курсовую. Вот направление в ваш заповедник. Посмотрим, что за направление. Факультет биологии и экологии. Музеева. А о чем работу пишешь? Тема моей курсовой работы – влияние экологических проблем на рацион питания млекопитающих смешанных лесов средней полосы России. Ишь ты, мудрёно. Профессором станешь, не иначе. Ну. А жить ты где думаешь, студент? Не знаю пока. Думал здесь, в деревне, комнату найти. Ты вот что, живи пока у меня. В бане. Да? Пойдем. Спасибо. А вы мне лес покажете? Меня интересуют белки, куницы, норки. Норки. Ишь ты, норки у нас только на звероферме. А-а-а. Из норок норковые шубы делают. Ну, а лес мы тебе покажем. Вон Танечка тебе покажет. Да? Спасибо, Тань. Только для начала мне нужно магазин. А-а-а. Купить батарейки для камер. У вас есть здесь какой-нибудь магазин? Ну. Есть. Давайте объясню, как найти. Тань, а чего объяснять-то? Покажи человеку. Так он же рядом. Не заблудится. Ну, покажи, покажи. Давай, крючочек. Ну, давайте. Угу. Ну, ладно. Пошли. Профессор. Смотри. Дикарка вон какого-то городского окрутила. Здравствуй, Таня. Здравствуйте.
Гость у тебя, что ли? У дедушки. Какая разница? Пойди в одном доме живете. Дима будет жить в бане. Будет жить в бане. А ты чего молчишь-то? Да не хочу я с ней говорить. Видеть ее не могу. Здрасте. Что мне Андрей нашел? А ты что в Андрея нашла? Только и радости, что председательский сынок. А мне все равно. Я его не за это люблю. А за что? Сама не знаю. Голодная, да? Люблю и все. Ты бы ему про Таньку-то сказала. А то он поди не знает, что она с другим крутит, пока тот на лесопилке горбатится. Без тебя догадалась. Откуда лес? Из леса, Весима. Накладные где? Нет накладных. Андрюха, ты начальника не включай. Что Егор Павлович сказал, то я и привез. Разгружать нет, чё ждем? Погоди разгружать. Так, в чем дело? Что стоим? Да вот думаем, кого из вас слушать. Один говорит, разгружай, другой погоди. Что делать? Документов на лес нет. Разгружать. Егор Павлович, а если лес в незаконной вырубке? Да ты что? Это не твоего ума дело. Я тут решаю, какой лес принимать, какой нет. Твое дело бумажки писать, а за порядком смотреть. Понял? О, доча обед несет. Готовит она у меня. Пальчики оближешь. Возьми на заметку, Андрюха. Маринка! Что там у нас? Как обычно. Пирожки с мясом и с картошкой. А? Андрюху угости. А то он сегодня злой какой-то. С голодухи не иначе. Спасибо. Угощайся, Андрей. Сама пекла. Не хочу, спасибо. А я, между прочим, сейчас Таньку видела. С парнем каким-то по деревне под ручку шла. Сказала, у них живет. Вот тебе и дикарка. Из леса не вылезает, а городского окрутила. Че ты болтаешь-то? А я вовсе не болтаю. Все видели. На танцы сегодня пойдешь? А вы знали, если человека спросить, чем питаются белки, он наверняка ответит – орешки, шишки или грибы. А все потому, что он помнит картинки и сказки. Белка песенки поет, да орешки все грызет. А на самом деле у белок гораздо разнообразнее рацион. А в связи с неблагоприятной экологией и наступлением цивилизации на их среду обитания, белки вынуждены питаться из помойки. Вот здесь мои белки и живут. А какой рацион у ваших белок? Дима, здесь же заповедник. Еды хватает. Нет, нашим белкам надо бы на себе по помойкам скакать. Да? Да. Жаль. Почему жаль? Ну, экология, все такое. Ну, вы понимаете. Ну, ничего. Я завтра на звероферму поеду. Там тоже снимать будете? Да, и там тоже. Я, кстати, против того, чтобы люди носили натуральные меха. А вы? А я их никогда и не носила. Ну, значит, мы с вами союзники. Дима, ставьте камеру дальше от дупла, чтобы белок моих не спугнуть. Так нормально? Нормально. А хотите завтра со мной? Куда? На звероферму. Дима, пойдемте уже домой. Дедушка на обед ждет. Без меня ни за что не сядет.
Да. Ну, хорошо, договорились, Илья Аркадьевич. Да ты не бойся, не подведу. Ты мое слово знаешь. Я тебе такой дуб подгоню, закачаешься. Лады. Давай, до встречи. Да. Здравствуй, Степан Михайлович. Здорово, Мартыновна. Чего хотела? Печку топить нечем. Мне б дров. Ну, дрова нынче денег стоят. Ну, а где ж я тебе деньги возьму? На одну пенсию живу. Степан Михайлович, помоги. Ты же начальство. Тебя мы зачем председателя выбирали? Чтоб ты помогал народу. То есть мне. Слушай, ну нет у меня дров, а? А лесопилка? А лесопилка не моя, она Егорова. Вот у Егора и проси. У Егора зимой снега не выпросишь. А ты зачем Егору лесопилку продал, а? Это ж колхозное добро. А вот это, Мартынна, не твоего ума дело. Колхоз она вспомнила. Ты еще царя вспомни. Ладно, давай иди на лесопилку. Скажешь Егору, что я прислал. Он тебе обрезки отдаст. Ну и на том спасибо. Ну что, студент, невесту себе еще не присмотрел в городе? Нет. Вот думал, может, кого здесь подыскать. О! Ну, здесь тоже не густо, но есть, есть. Вот Танюша моя, например. Дедушка. А что, дедушка? Что тебе? Вечно со мной, что ли, по лесу ходить? Так что выбирай. Если, конечно, понравишься. Да шучу, шучу. Давайте чай пить. Спасибо. Так, сиди. Я сам открою. Здрасте, Петр Федорович. Ну, здорово. Заходи. Чего пришел? Можно мне с Таней поговорить? Сначала со мной поговори. И вот что я тебе скажу. Оставь Татьяну в покое. У тебя своя дорога, а у нее своя. Ясно? Танечка. Так значит, это правда. Что правда? Не успели расстаться, как ты уже с другим по деревне под ручку ходишь? Марина наплела или Оля? Подождите. Вы не так все поняли. Таня просто проводила меня до магазина. А вы верите сплетням и тем самым обижаете Таню. Да я тебе сейчас... Андрей! Ой, сюда, Андрей! Андрей! Все, Андрей, все, 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 все. Успокойся. Это... Вот что, студент, пошли. Пускай тут сами разбираются. Кто он такой? А с чего я тебя отчитываться должна? Ты мне что, муж? А, так значит. Пошли. Давай, одевай, одевай. Куда? Сейчас узнаешь, пойдем. Пойдем, пойдем. Куда ты меня ведешь? Сейчас узнаешь. Пошли. Пошли, пошли. Здравствуй, Степан Михайлович. А, Егор. Ну, что там с последним заказом? Сделали? Сделали. Клиент доволен? Доволен. Рассчитался, деньги принес. Так, я не понял. А почему так мало? Отложил немного. Новую пилораму покупать нужно. Погоди, погоди. Так мы ж вроде только недавно покупали. Ленточную купили, а там ленту часто менять надо. 3 часа и под замену. Для больших заказов не подходит. Слушай, я тут прикинул, Михалыч, рамный станок брать надо. Что-то ты часто стал ленты менять, а, Егор? Тебе так не кажется? Вот зря ты так, Михалыч, зря.
Работы много. Разный инструмент нужен. Деньжат, говоришь, отложил? Ну-ну. Ну смотри, Гор, если я узнаю, что ты крысятничаешь, ты у меня пулей с лесопилки вылетишь. Я надеюсь, ты не забыл, как ты здесь оказался? Не забыл. Это хорошо, что ты не забыл. Ладно, иди. Прими заявление, отец. Если откажешь, мы в город в ЗАГС уедем. Это за что, сопляк? Родному отцу условия ставишь? В общем, так. В город поедешь, я тебя из дому выгоню. А ты куда лезешь, голодранка? Ты что-то вцепилась в парня, как клещ какой-то. Не ровня он тебе. Вы не имеете права так разговаривать со мной. Зачем ты так, отец? Пошел вон отсюда! Пока я жив, свадьбы не будет! Только через мой труп! Таня! Поедем в город. Нет, не хочу. Не надо ничего. Таня, послушай меня. Давай уедем. Совсем уедем отсюда. Будем жить в городе. У меня диплом экономиста, я на работу устроюсь. Не пропадем. Я не могу оставить дедушку, Андрей. Таня! Нельзя так, Андрюша. Не надо. Значит, не любишь! Танюш, а я тут места себе не нахожу. Ты куда он тебя водил? А? Не важно, дедушка. Ну что ты, Танюш? Милая, Танюшенька. Он что, тебя обидел? Ну а чего тогда плачешь? Ну, маленькая ты моя. Успокойся. Привет. Как отработала? Маринка где? На танцы побежала. Женихов высматривать. Не там она их высматривает. Ну почему? За Андрея Глушакова ей надо. Так она не против. Только Андрей все за Танька Дикарка бегает. Приворожила она его, что ли? Вот пусть и наша приворожит. Вот научи ее. Егор, что случилось? Опять Степан недоволен. Видите ли, денег я ему мало приношу.
Ну, председатель обнаглел. Ты на него горбатишься, а он копейки считает. Слушай, Маринку нашу надо с Андрюхой поженить. Вот станем одной семьей, тогда Степан нас и не тронет. А если не поженим? Тогда попрет он меня из начальников. Еще и дом отберет. Таня, прости меня. Я не сержусь. Поедешь со мной? Нет, я же сказала, не брошу дедушку. Тогда я один уеду. Что ж, если решил, езжай. Вот так просто, да? Иди, Андрей, не трави мне душу. Да не могу я так просто уйти. Пошли на танцы. Я не хожу на танцы, ты же знаешь. Сегодня пойдем. Не могу, прости. Собрался. А ты? А я остаюсь. Андрей где? На танцы пошел, не вернулся еще. На танцы? Он у меня допляшется. Танцор, твою мать. Степа, да он же с нервов. Ничего, ничего. Я ему и нервы поправлю. И дурь с башки выбью. Ну все. Пошел я. А что ты там пьешь? А? Водичку, чего? Покажи. Чего? Ты что, заболел?
Да, продул, видать. Сейчас таблеточку выпьем, отсидимся и пойдем. Да ты ведь горишь. Давай врача вызову. А, нет, какого врача? Я говорю, сейчас приезжай, посиди немножко и пойдем в обход. Какой обход? Так, сегодня отлеживайся, я сама пойду. Да, как я тебя одну опущу? Давай, вставай, дедушка, я тебя в постель уложу. Да подожди, вот тебе сейчас... Дедушка, вставай. Встаю. Фу, сейчас совсем худо мне. Фу. Маринка Станцев не пришла еще? Нет. Да пляшется она у меня. Да пусть погуляет, пока молодая. Вот. Что? А вот что, Егор. Иди-ка ты к Степану. Зачем? Деньги отнеси. Прояви уважение. Скажи, что вчера неправ был, пожадничал. Ну, задобри. Ты же сам сказал, что он с сыном подцапался. Вот и укрепись на своем месте. Пусть он видит, что ты верный пес. Я не пес. Ой, угомонистый. Со Степаном ссориться нельзя. Егор, давай собирайся быстрее. Там Степан в лес собрался. Ага. Я его догоню. Скажешь, что ты пожадничал. Так, деньги ему передай. Может, ты и права. Ой, да иди ты уже. Давай. Степан Михайлович! А вот. Доброе утро, Степан Михайлович. Ну, кому доброе, а кому? Чего надо? На ход собрался, аль как? В лес иду. А зачем мне твоего ума дело? Да ты не держи на меня зла, Михайлович. Ну, за вчерашнее пожадничал я. Я вот... Что? Новая пилорама уже не нужна? Нужна. Очень нужна. За свои куплю. Испугался, Егор? Да. Так, семья у меня, дочка на выданье. Я чего хотел спросить, Михалыч, про заказ новый. Лес готовить надо, пока распилим, пока высохнет. За работу душа болит. Ладно, черт с тобой, пошли. Дела надо делать. Я вот и краску взял. Душа у него болит. Андрюша, ты здесь и ночевал? Что ж ты делаешь, сынок? Разозлил ты отца. Я уеду, мама. Станя или без нее? Сынок, подумай, не торопи. Помирись с отцом. Куда ты поедешь? Здесь твой дом. Живи, работай, женись. А стань потом, тихонько встречайся. Так люди делают, когда по-другому нельзя. Повстречаешься, оно и пройдет.
Что пройдет, мама? Да любовь это ваша. Это же не навсегда, сынок. Пока молодые, любовь, а потом жизнь. Значит, любовь отдельно, а жизнь отдельно? У вас с отцом так же, да? Ну и что, мам? Ты счастлива? Глупый ты еще, сынок. Не быть тебе с Таней, пойми. Я не хочу этого понимать. Прости, мама. Слышь, Михалыч. Чего тебе? Маринка-то, дочка моя, по твоему Андрюхе еще со школы сохнет. Может, их поженить? Что, не знаешь, какого бока соломку постелить, а, Егор? Да при чем тут соломка? Любит она его. А Андрей ее любит? Да особо не видать. Ну, ты ему подскажи по-отцовски. А ты мне не указывай, что мне с сыном делать. Да на кой ляд ему сдалась твоя Марина? Не ровня она ему. А чё ж не ровня? Не бедствуем. Живем дружно. Маринка хозяйка хорошая. Вот этот. А не бедствуйте вы, пока я такой добрый. Ты что ж думаешь, Егорка? Один раз поплакал, покаялся, и я свои планы переменю. Ну, планов твоих я не знаю. Да прямо. Догадался, вот и стелишься. А планы у меня такие. Я Андрюху начальником лесопилки поставлю. Да ты не бойся, я тебя не выгоню. Будешь у меня приемщиком. Кто там? Ну, кто там еще? Здрасте, Петр Федорович. А, опять ты. Фу. Болеете, Петр Федорович? Прихватило. Чего хочешь, говори. Извиниться пришел за вчерашнее. Молодец. Извиняю. Ну, чего еще надо? Петр Федорович, отпустите Таню со мной в город. Нам здесь жизни нет. А что она тебе сама сказала? Она вас боится оставить. Да ведь пропадет она тут. Петр Федорович, вы уж простите, я прямо скажу. Не станет вас. За Таню никто не заступится. Ее быстро на сговорчивого лесника заменят. Да думал об этом. Не знаю, как быть. Я знаю. Отпустите, уговорите ее. Уедем с ней, поженимся. Я на работу устроюсь, она себе дело найдет. Я ее не обижу. Надо бы втроем это все обсудить. Решать надо вместе с Таней. Вот и я этого хочу. Хочу. Так Тани-то нет сейчас. Вместо меня пошла в лес. Обход делать. А я пойду найду ее. А? Вот ты неугомонный. Несправедливо, Степан, несправедливо.
Моя лесопилка. Как я решу, так и будет. Была твоя, стала моя. Так договор же фиктивно был, Егорка. А ты докажи. А вот, значит, как ты заговорил. Забыла, из какого дерьма я тебя вытащил. А ты всю жизнь мне об этом напоминать будешь, да? Не выйдет, Степан. Я, между прочим, про тебя тоже кое-что знаю. Ах ты, пес неблагодарный! Ты что, угрызать мне, что ли, вставал? Ты что, совсем страх потерял? Да! Запомни! Ты без меня никто! Да! Не дури! Не дури, Егорка! Я тебе не Егорка и не пес! Егор Палыч! Да ты рожи не вышел, чтобы я тебя по отчеству называл. Отдай ружье. Не подходи, Степан. Не подходи, стрельну. Да слабо тебе. А вот я зашибу. Что случилось? Отец! 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 Что ты наделала? Что ты наделала? Не, Андрей. Отец! Ты убила его! Отец! Как ты? Значит так, я сегодня из дому никуда не выходил, со Степаном не встречался. Егор. Поняла? Что случилось? Поняла, я тебя спрашиваю. Никуда не выходил, ни с кем не встречался. Что случилось? Фух, Степана убили. Кто? Дед Пихто. Господи, что же с нами станет? По миру пойдем?
кто у меня теперь лесопилку отберет? Из дома кто выгонит? Некому. Вот сиди и молчи. Маринка где? А, там, после танцев отсыпается. Вот и хорошо. Ей ничего не говори. Здравствуйте. Следователь. Оперуполномоченный Тихонов. Здорово, Тихонов. Давай, Тихонов, докладывай, только покороче. На территории заповедника найдено тело председателя сельсовета Глушакова Степана Михайловича. По предварительным данным, смерть наступила от огнестрельного ранения. На месте преступления задержана Рогожина Татьяна Борисовна. Составлен протокол. Группа отработала? Да. Встаньте. Гражданка Рогожина, вы арестованы по подозрению в совершении преступления, предусмотренной статьей 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. И на время следствия будете помещены в изолятор временного содержания. Вам все понятно? Ну, забирайте. Пойдемте. Таня! Танечка. Так, почему здесь посторонние? Я не посторонний. Куда вы ее? Дедушка! Куда вы ее? Не мешайте работать, а? Я дедушка, я внучка моя, я лесник. Она, я сказал, она вместо меня в обход пошла. Не мешайте работать. Да подожди, она ни в чем не виновата. Выводи. Пойдемте. Да вы меня заберите, ну. Дедушка, не волнуйся, только. Разберемся. Пойдемте. Я виновата, меня выпустят скоро. Вы меня заберите. Зачем меня забирать? Таня, ну а вы чего, молчите? Таня, мою забирать. Ну что же за люди такие, а? Ну, Таня, мою забирай. Это не я, Андрей. Ты мне веришь? Сейчас молчите. Ну не могла она, Степан, ну ты тут скажи, не могла она убить-то. Не веришь? Давай, ну не убивала она, ну посмотрите на нее, ну она мухи не обидит. Ну, отпустите, ну возьмите меня. Успокойтесь, я вам говорю, разберемся. Разберемся, не волнуйтесь. Ну, Таня, ну что же вы за люди такие, а? Ах, Таня. Эх вы! Чёрт, я вот девочка. Вот тебе и жена, Андрюша. Пойдем, что? Пошли, Соня. Пора. Да что тут все? Ну все, пойдем. Мам, тебе плохо? Тетя Валя, что с вами? Нет, просто голова закружилась. Горе-то какое. Мам. Андрюш, мам. Может, помочь чем-нибудь надо? Да что помочь-то? Пойдем. Ну, с похоронами. Пойдем, пойдем. Не надо ничего. Может, я с мамой посижу? Тебе же оформлять все нужно, а ей нельзя сейчас одной. Убили. Убили. Да уйди ты, Марин. Не убили! Нужно ничего. Убили! Степа! Мам, успокойся, мам. Ну, если что, мам, ты только мам, скажи. Мам, успокойся, мам. Правильно все делаешь. Сейчас лучшее время, чтобы его охмутать. Мама, успокойся. Не знаю. Приляжешь, мам? Степан как чуял, что беда от нее будет. От кого? От Таньки твоей, от змеи этой. Слышать о ней не хотел. Я уж бывало говорю,
Да пусть уж поженится, чего уж там. А он ни дня ее здесь не будет. Ну не надо, мам. Что не надо? Не заводи себя. А, правда, уши режет. К отцу уважение надо было иметь. Если бы ты его послушал, отец был бы жив. Разве Танька руку на него подняла бы, если бы ты от нее отказался? А ты ее при себе держал. Вот она и подумала, что только Степан вам помеха. Мама! Перестань! Не могла она. Ты ее знать не знаешь. Знаю. В церковь сходи. Помолись. Грех на тебе, что отца не послушал. Иди. Мам. Иди. У вас был мотив. Вы планировали стать женой сына убитого Глушакова. И в то же время не хотели уезжать отсюда. Это верно? Верно. А Глушаков препятствовал вашему сближению с сыном. Вот поэтому-то вы избавились от него. Нет, я не убивала. На месте преступления вас нашли с ружьем в руках. Вы это тоже будете отрицать? Не буду. Мне его в руки кто-то вложил. Кто? Не знаю, мне по голове ударил. Меня же доктор осматривал, там в протоколе все есть. Так кто вас ударил? Я не видела, не знаю. А я знаю. Глушаков вас ударил, сопротивлялся, когда вы у него ружье отнимали. Да вы что? Ну как я могла отнять? Посмотрите на него и на меня. А это ни о чем не говорит. Случаи разные бывают. Ну что, вы хотите сказать, что я отняла ружье и выстрелила председателя? Я ничего говорить не буду, говорят факты. А факты – вещь упрямая. Окончательное, конечно, решение примет суд. Но поверьте моему опыту. Дело-то простое. Доказательная база по горячим следам собрана обширно. Могу я хотя бы с дедушкой увидеться? На суде и увидитесь. Скоро. Как мне доказать, что я не виновата? Хватит здесь комедию-то ломать. Белая она и пушистая. Мой тебе совет. Пиши чистосердечное признание. Так, мол, и так. Грохнула мужика. В состоянии аффекта. Из чистой и большой любви. Может, годика два или три скостят. Не буду писать. Ну, как знаешь, как говорится, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Дежурный! Я. Увести. Есть. Встать. На выход.
Ой, смотри. Андрей идет. Напился. Так это он с горя. А ты не зевай. С горя не с горя, хватай пока тепленький. Считай, повезло тебе. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Не так я хотела. А как? Ты виноватая, что ли? Соперница вон в тюрьме сидит. Не, он Таньке за отца ни за что не простит. А если не она убила? А кто? Что, знаешь чего? Да ничего я не знаю. Так сказала. А люди говорят, ее прям с ружьем на месте и взяли. Да, говорят. Маринка, ты чего? Таньку пожалела? Ой, дура. К нему беги. Больно. Вместе все перетерпим. Время лечит. Доброе утро, любимый. А ты как здесь? А ты не помнишь? Ничего не помню. Ты сам меня сюда привел. В любви клялся. Марин, ты иди, а? Пьяную я. Да как же иди? Куда я теперь пойду, опозоренная? Ты перестань. У нас что, было? Все было, Андрюша. Голова болит, да? А хочешь, я тебе рассола принесу? С огурчиков бочковых. Сама солила. Марин, извини, но не люблю я тебя.
А это ты меня раньше не любил, Андрюша. У нас теперь другая жизнь будет. У тебя другая. И у меня. Да-да. Здравствуйте. Вы по какому вопросу? Так вы и внучку мою забрали. Таню Рогожину. Ну, правильно задержали, труп на ней. Да не убивала она. Ну, как это не убивала? В деле имеются факты, доказательства. Или какими-то вы новыми фактами располагаете? Нет, новыми... Но не она убийца. Вот это факт. А, ясно. Вот что я вам скажу. Да. Это не факт. Это домыслы. И в суде грош цена таким домыслам. Вот когда вы предоставите неопровержимые доказательства невиновности и непричастности вашей внучки к убийству, вот тогда и приходите. А сейчас, извините, мне надо работать. Всего хорошего. Ну, увидеться хоть дайте. Я тут посылочку ей собрал. Вот тут колбаска, печеница, яблочки. Не положено ей сейчас передачи, не в санатории. Да что за люди такие, а? Ну, забрали девчонку невиновную и еще голодом морюсь. Убийцу задержали, еще кормим. Дежурный! Я. Выведите, товарищ. Есть. Эх, пойдем. Ты. Ничего, а умница тебе еще чужое горе. Рано или поздно. Следователь. Да я сам пойду, не надо меня. На выход. Была. На танцы с Олей ходила. Отец злой. Где ночью шлялась? А может, и с Андреем? Что? Утешала сироту? Егор, ну что опять начинаешь? Вот в Подоле принесет, будет знать. Смотри у меня. Егор, ну что сразу? В Подоле. Андрей? Жених завидный. Был завидный, да весь сплыл. Кто он теперь такой есть? Никто, и звать его никак. К нему больше не ходи. Может, я его люблю, папа? Люблю. В город поедешь. Работу хорошую я тебе там найду. Связи кое-какие имеются. Вот там себе мужика и найдешь. Никого я не буду искать. Ты будешь делать то, что отец сказал. Ясно? Все, я пошел. Иди. Мам, что он такое говорит? Дочь. Может, отец прав? Петр Федорович, ну наконец-то. А я уже волновался. Не вас, ни Тани. Вот он я. А Таня где? В городе. А когда будет? Не скоро. Жаль. А то я хотел фильм показать ей. Не до фильмов ей сейчас. А я его сам снял, про белок ваших. Хотите, вам покажу? Ты вот что, студент. Поезжай-ка домой. Не на тебя сейчас, ей-богу. Так я и собирался уезжать, просто хотел попрощаться. А не подскажете, как ее найти в городе? Поспешай на остановку, а то автобус уйдет. Спасибо за гостеприимство. Пожалуйста. До свидания. Давай, давай.
вот помидорки вот туда поставь. Ага, спасибо. Ну? Пусть земля будет пухом председателю. Да не больно-то родила нас председатель. Что ж, молодой, ему бы еще пожить. Видать, дорогу кому-то перебег. Кому? Леснику. Успокойтесь вы. О покойном плохо не говорят. Так мы не о покойнике, а о Татьяне, убила которая. Ты ж вроде телевизор смотришь. Понимать должна. Татьяну подозревают. Но это не факт, что она. О, доказать надо. Один черт, ничего не докажут. А посудить, кого надо? Это точно. Ну, давайте еще выпьем. Что говорить? Тело в земле, а душа его здесь. Спи спокойно, Степан. А вот мы Егора спросим. Может, он видал, кто убил? Что ты такое несешь, Васильич? Я ведь видал, как вы тогда со Степаном вместе в лес пошли. Когда? А тогда, когда убили его. Вы ж вместе пошли. Еще постояли, поспорили. Он вроде как брать тебя с собой не хотел. У тебя склероз, Васильич. Все дни перепутал. Это у тебя склероз. А я не жалуюсь. Видал тебя, и все тут. Ну, ладно. Пойдем, Валентина. Да. Все устали. Дай себе одной побыть надо. Спасибо, что пришли. Я останусь помочь. Ну, и мы тут пойдем. Ну. Спасибо. Ну, до свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Бывайте. Держитесь. А Маринка где? Сейчас идет. Помочь осталось. Понятно. Тихо, тихо, не упади. Подождешь ее? Уедем отсюда. Я с тобой хоть куда поеду. Тяжело здесь. Тебе плохо, и мне плохо. Уйди, Марин. А отец запретил мне с тобой встречаться. А я все равно хочу. Мы не встречаемся. Один раз было, и все. Забудь. Не могу я забыть. И рада была бы, но не могу без тебя, Андрюша. Против отца пойду. Мать брошу, только бы с тобой. Не надо никого бросать. Таню свою забыть не можешь. Это уж не твое дело. Что, если бы я помогла ее выпустить? Как это? Сказала бы чего. Только ты взамен со мной будь. В город поедем, она тут останется. Говори толком, что знаешь. А ты обещай жениться. Не знаешь ты ничего. Язык как помело. Я-то знаю.
Да только тебе не скажу, раз ты такой. Если со мной не будешь, то и ей не достанешься. Пусть посадят. Марина, болтала ли знаешь чего? А думай, как хочешь. Ну, наконец-то. А то я уже уходить хотела. Думала, ты там жить останешься. Не любит он меня. Женится, полюбит. Да как женится? Ну, ты наивная. Скажи, что беременная. Ага, беременная. Не было у нас ничего. Пьяно он спал. Да ты что? Ну и ладно. Он-то думает, что было. Женится, а там видно будет. Может, ты правда забеременеешь или скажешь, что выкидыш. Да разберетесь. Не разберемся мы теперь. Запуталось все. Чего у тебя запуталось-то? Я сама запуталась. Глаза ему смотреть не могу. Не понимаю я тебя, Маринка. Плохо мне. Душа не на месте. Сказать не могу. Мари! Почему без меня начали? А? Документы показывай. Андрюха, не надоело тебе? Документы, документы заладил. Мне Палыч сказал. Без тебя все сделал. Так, что встали? Глушаков, иди отсюда, не мешай работать. Ты уволен. Как уволен? За что? За прогулы. Какие прогулы? Я же отца хоронил, ну, оформлялся, ну, ну вы же знаете. Я сказал, уволен. Надоел ты мне, надоел. Значит, выходит, пока отец жив был, ты перед ним стыдился. А теперь, получается, я не нужен стал? Выходит, не нужен. Все, свободен. Зря ты так, Егор Павлович, не прощу. Да ты что, напугал. Пуганы уже, я ничего не боюсь. Такого сопляка тем более. Все, иди отсюда. Иди. Чуток дай на меня. А чего так рано? Помнишь, мам, Васильич сказал, что отец с Егором в тот день пошел. Помню. Ну, мало ли, что он сказал. А ты не видела? Один отец пошел. Хотел тебя взять, тебя не было. А по дороге Егор мог же его догнать? Мог. А ты к чему это? Маринка сказала, что знает кое-что. И что Таня вроде как не виновата. Да что знает-то? Не захотела говорить. Или побоялась. Может, про Егора? Это ты нарочно выдумываешь, чтобы Татьяна невиновной оказалась. Нет, мама, не выдумываю. Я пытаюсь связать воедино то, что я услышал. Мало ли, что люди болтают. А сегодня Егорь меня с лесопилки уволил. Как это уволил? Сама знаешь, из-за отца он держал меня. Андрюша, лесопилка-то не Егорова. Отцу она принадлежит. И документы есть? По документам отец ее Егору продал. Но сделка была фиктивная. Документы он у себя в сейфе держал. Егору на руки не отдавал. Так что Егор – директор только на бумажке. А это можно доказать? Теперь никак не докажешь. И документы полиция изъяла. Отец мог доказать. Он же сам лесопилку из колхозных фондов выводил. Люди у него были в администрации.
Оспорить можно было договор. Но только он сам мог это сделать. Но почему мне отец ничего не говорил? Так он хотел сказать. Он хотел тебя директором сделать вместо Егора. Ты же его сам слушать не стал. А Егор знал о планах отца? Наверное, знал. Или догадывался. Вот видишь, знал и боялся, значит. Господи, и правда. Неужто Егор? А откуда он в нашей деревне-то взялся? Из другой области переехал. У него там долги были большие. Он хотел свое дело открыть, у бандитов денег занял. И прогорел, отдавать нечем. Ему дом подожгли, чтоб крепче думал. А тут думай, не думай, а денег все равно нет. Вот он с семьей сбежал. Да. Здравствуйте. Вы по какому вопросу? У меня есть новые данные по убийству Степана Глушакова. А, забыл, вы кем ему будете? Я сын. Сын. И что за новые данные? Вы должны проверить и допросить Егора Михеева. Запамятовал. Это кто? Директор лесопилки. А, угу. И почему я должен его допросить, проверить? Понимаете, он формальный директор. Ему отец эту лесопилку продал по эффективному договору. И Михеев боялся, что отец ее заберет обратно. А у Егора доход, жилье служебное, семья. Ну, в общем, серьезный мотив. Послушай, Шерлок Холмс, там в договоре так и написано. Фиктивный. Нет, не написано. В том-то дело, что теперь это очень сложно доказать. Но Михеев выиграл от смерти отца. Это все? Нет. Еще Егора видел житель деревни. Послушайте, так он... молодой человек, в этом деле все ясно, как божий день. И не надо разводить теорию заговора. Не надо. Да вы можете посадить невиновного человека. Сажаю не я. Суд. Я веду следствие. Тогда просите Егора Михеева. Не надо мне указывать, кого мне допрашивать. Да буду указывать. Задницу оторви от стула и работай. Да пошел вон отсюда, щенок. Дайте мне свидание с Рогожиной. Сейчас я тебе дам свидание. Дежурный! Мы пожениться хотели. Выведи этого молодого человека и впредь. Смотри, кого ты ко мне есть. Пускаешь. Мы не успели расписаться. А вот когда распишешься, тогда и приходи. Ходи, выходи. Не имеете права. Я в прокуратуру пойду. На выход. Иди, иди. Здравствуйте, Петр Федорович. Здорово. Чего пришел? Я у следователя был. Ну и что? Я тоже был. Не хочешь он ловить настоящего преступника? Петр Федорович, люди в деревне видели, как Егор с отцом в лес пошел. А вы не видели? Не видел. Видел, давно бы сказал. А может, студент ваш видел? Где он? Да студент в город укатил. Камеру забрал и умотал. Камеру? Ну да. Подожди. А вот я старый дурак. Он же белок на эту камеру снимал. Так, а может, тут на той полянке и находился, а? А как найти этого студента? Адрес, телефон. Подожди, так он же мне направление свое оставил дома. Ну-ка, пошли. Я его через доканат найду. И свидания с Таней добьюсь. Давай, Андрей, давай. Ага. Таню нашу выручать надо. Ходи.
как ты, Танюш? Пришел, наконец. Пришел. Значит, веришь, что это не я? Верю. Прости меня, что я сомневался. Вот видишь, как все против меня обернулось. Что тут поделаешь? Я тебя вытащу отсюда. Скажи, ты не знаешь, где студент камеру свою ставил? Господи, Андрей, это там. Это там, на той поляне. Точно? Да, он при мне камеру ставил. Как я об этом забыла? Я найду его. Танюш, родная моя, потерпи чуть, пожалуйста, потерпи. Скоро не положено. Отсюда. Правда? Свидание, да, правда. Окончено. Все будет хорошо. Не оставляй меня здесь. Я вернусь за тобой, слышишь? Прощай. Не говори мне прощай. Узнал? Узнал. Камеру в лесу где ставил? Чего? Камеру свою ставил где? Ну, думай быстрее. А тебе зачем? Надо, расспрашиваю. Ну, там, возле дупла с белочками. Смотрел, что снял? Не успел пока. Пошли смотреть. Подожди, может, объяснишь, в чем дело? Сейчас увидишь. Останови здесь. Вот. Отец ружье обронил. Дальше. Убью скотину. Отец его из дерьма вытащил, а он. Андрей, смотри. Таня. Рядом была. Выстрел услышала. Она же так и говорила. Смотри. Сволочь. Чем я могу помочь? Запись отдай. Да. Держи. Если нужны будут показания, пусть вызывают. Приду. Егор! Егор! А! Чего? Там. Вот. Михеев Егор Павлович? Да. А в чем дело? Вы арестованы по подозрению в убийстве Глушакова Степана Михайловича. Вот постановление. Ознакомьтесь. Какие подозрения? Это не я. У меня алиби. Я весь день дома был. Вот жену спросите. Весь день дома был? Да. И дочка подтвердит. Доча, иди, скажи. А я не знаю, не видела. Спала я крепко после танцев. Дочь, ты чего? А ничего. Все из-за тебя. Собирайтесь. Егор! Егор! Давай. Что сказать? Я понимал, что это еще. Он. Таня! Ну что, пошли отсюда. Пошли.
Мама, мы заявление подали. Ты прости нас, дочка. Проходи, будь как дома.